Здравствуйте, вы не подскажете... Мужчина, вы не подскажете, где метро? Метро там. Я Варвара Стрельникова. На меня там пропуск должен быть. Девочка, надолго, Маша, надолго. Стилета давайте быстрее. Вези уже, давайте скорее. Варь, привет! Тетлют, привет! Стой там, я сейчас к тебе спущусь. Ох, Варька, отощала-то как. Два масла и стакан крови, смотреть страшно. Спасибо, Тетлют, ты тоже классно выглядишь. Ну рассказывай, как вы там. Кстати, я так и не поняла, что ты от мужа-то ушла. Да, это когда было. И это не я от него, это он от меня. Я учиться хотела, понимаешь? А он говорит, сначала борщи научись готовить, а потом экономику свою учи. А я... Ну вот и научилась бы борщи готовить. Небось, не побежал бы он тогда другую искать. Да разучились готовить. Куда ни плюнь, супы из пакетика. Тебя спрашивали? Вот получил, Петр, посиди. Не туда. Иди туда. Потом посмотришь, пошли. Ну и что с мужем-то? Да чего, я поплакала и забыла. А он до сих пор ищет себе хозяйство неправильно. Ну и плевать на него. Правильно. Я поступила на экономический, в этом году закончила. А что тебе этом-то не работало, как его забываю все время? Флористом. Во-во, ты же после школы вроде курсы закончила. Ну да. Все про цветы знаешь. Или что, надоели они тебе, цветочки? Тетя Люд, ну как они могут надоесть? Ладно, пошли в павильон. Они же красивые. Но ведь одно красотой, ой, сыт не будешь. И ты, значит, решила нефтью заняться. Да какой нефтью? Цветами. Я ж когда флористом работала, видела, как их закупают, как хранят. Ой, тетя Люда, что у нас с оранжереями? И что у нас с оранжереями? Какие еще оранжереи? Я не тебе. Да ничего, в том-то и дело. Там цветы надо выращивать. Там полный разрух. Либо редиску сажают. О, хорошо, что напомнил. Нам по дороге домой яйца надо купить. А. Так, не отвлекайтесь. Так, я... Рая! Я говорю, а ты мне. Рай! Тетя Люда, а что снимают? Ага. Да, очередную фигню. Ну и что насчет цветов-то? Ну, я же диплом написала на тему развития регионального цветочного бизнеса. Защитила? А то. Преподаватели даже аплодировали. Сказали, езжай в Москву и представляй свой проект первому цветочному бизнесмену. И кто у нас в Москве первый цветочный бизнесмен? Егор Фролов. Владелец компании «Флора». Че, не слышала? Не-а. Ну, ты даешь. Я сейчас тебе покажу. Смотри. Вот. А? Так мы будем снимать? О! Серьезный мужчина. Видишь, как губу-то оттопырил. Ой, голова у него варит, что надо. Слушай, папарацци, ты Рай не видала? Продюсеры на ушах висят. Ну ладно, я ее поискала. Пусть теперь она меня ищет. Пошли ко мне. А у тебя с этим Фроловым встреча-то назначена? Нет еще. Я проект по электронной почте отправила. А ответ пока не пришло. Вот я и решила сама приехать. Думаешь, найдется у него для тебя время? Я и адрес, и телефон знаю. Я его из-под земли вообще достану. О, ты куда? В отдел продаж. Зачем? Вы же сами сказали. Ну иди быстрее, рассказала. Здрасте. Так, ты что расселась? А, чё? Домой пошли. Ага. Андреич, остаешься за меня. До свидания. Ага. Ну, дозвонилась? Да нет, еще занята все время. Ну, офис, звони еще. Ничего, ничего, я дозвонюсь. Ой, молодец, Варька. Хоть выглядишь ты и не шибко солидно, но характер у тебя всегда был. Ого-го. Вот так и надо. Поставил себе цель, иди к ней и чего не бойся. Не, ну если честно, я, конечно, боюсь. Сколько таких, как я, в Москву приезжают? Это да, валом болят. Но проект у меня хороший. Преподаватели оценили, а Фролов не оценит. Да быть такого не может. Что, я зря с Выборга ехала, что ли? Варь, только запомни, ты не с Выборга, а из Выборга. Ой, тетя Люд, ну какая разница? Большая. Специалисту из Выборга в Москве, может, место и найдется. Вот с Выборга вряд ли. Алло. Здравствуйте, господин Фролов. Это вас беспокоит Варвара Стрельникова, специалист из Выборга. Вот. Алло. А, здравствуйте, девушка. Я к Егору Владимировичу Фролову. Да, можете соединить? Кто я? Варя. Варя. Варвара Стрельникова.
По какому вопросу? По экономическому. Дело в том, что месяц назад я отправила вам свой проект. Да-да-да. По электронной, да. По электронной почте. Поищите? А, жду. Откуда? С Выборга. Ты чухонка, что ли? Да пять раз сказала. Я чухонка, да какая разница? С Выборга, из Выборга, все же понятно. В одной стране жили. Алло, да. Нашли? Угу. Как не заинтересовал. А, подождите, а можно мне с Егором Владимировичем лично вот встретиться? И вот это вот... А он занят? Ну ничего, я могу записаться, девушка. Девушка, запишите. Трубку повесил. Представляешь, их мой проект не заинтересовал. Это как? Ну, Варь. Нет, я уверена, что он просто не читал, Фролов, мой проект. Ну, а если и читал, то полный идиот. Варь, ну... Да я сейчас пойду и лично ему это в руки всучу. Варь, да куда ты? Поздно уже, конец рабочего дня. Ничего. Да ты б хоть поела. Вся в мать. Девушка, возраст от 28 до 45 лет. Обязанности уборка дома, стирка и готовка. Собеседование будет завтра. Да, спасибо. Вы к кому? А я к господину Фролову. Нет его. И сегодня не будет. Весь день на встречу. Простите, у меня нет времени. А у меня его полно. А где это у него встреча-то? А вы по какому вопросу, девушка? По личному. Господин Фролов личный вопрос в офисе не обсуждает. Дашенька. Мы с Егором уезжаем на встречу. Сегодня уже не вернемся. Без нас не шали. Немедленно покиньте кабинет. Каблоны нормальные, вот вы кто. Покиньте кабинет. Сейчас прямо разбежалась и выбежала. Это что у нас? Домработница увольняет. Он же вчера уволил. А она пришла отношения выяснить. Угу. Занято! А вы, девушка, к кому? Я к господину Фролову. Жаль, что не ко мне. Собеседование домработниц завтра с 9 до 12 дома у господина Фролова. Я из-за вас на встречу опаздываю. Мне наплевать, куда вы опаздываете. Вы мне объясните, почему вы меня уволили, а потом хоть на все четыре стороны езжайте. Я сказал, разговор окончен. Не сегодня. Нет, не окончен. Вы мне объясните, почему вы меня уволили. Девушка, запишите меня на завтра. Завтра он занят, девушка. У него собеседование домработниц. На послезавтра. А вы все-таки по какому вопросу? Дело в том, что я ему проект отсылала. А, это девушка, вы звонили. Но вам же сказано было, не заинтересовал ваш проект. Да быть такого не может, он его просто не читал. Девушка, Егор Владимирович уже давно никаких проектов не читает. У него на это нет времени. И вообще, ему это не нужно. Ему ничего не нужно, кроме хорошей домработницы. Будет у вас такая, приводите, примет. Вот из-за этого уволили? Вот из-за этой ерунды? Да вы что, издеваетесь, что ли? Да я же как лучше хотела. Вы просто ни черта не понимаете в хорошей кухне. Девушка, вы что-то уронили. Смотрите. Где? Ты что, без пальто-то простынешь? Да не простыну. Простынешь! Еще как простынешь! На все свои жабры простынешь! Сухарь! Вот ты кто! Видала я тебя в гробу в белых носках! Егор Владимирович! Ой, не успела. Уехала, кровопийца. Чего опоздала? Тоже уволил? Да даже не принял. Гад, потому что. Спасибо скажи, что не принял. На такого урода работать себе дороже. Ты из какого агентства? Да я не из агентства, я ему проект хотела показать. А, ну давай, удачи. Слушайте, а вы мне не поможешь? Ну ты даешь. И что дальше? А то, что завтра Фролов собеседует новых домработниц. Ну, я... Ты домой к нему нагрянуть собралась? А что? Ну, войду к нему в доверие. Он размякнет, я тут бах, и проект свой ему подсуну. Ты же мне адрес дашь? Адрес дам. Я не жадная. Но я на твоем месте дважды бы подумала. Ну, Свет, ну а что мне еще остается? Плюнуть и забыть, вот как я. Ты знаешь, почему он мне с работы вышиб? Почему? Карри я ему в рис добавила. Карри? Ну, карри. Но люблю я индийскую кухню. Он ее терпеть не может. Вот поэтому и вышиб. И главное, вежливый такой все, на вы. Ну, а что он за фрукты вообще, этот Фролов? Фрукт. Дуриан, знаешь? Нет. Фрукт такой экзотический. Снаружи колючий, а внутри вонючий. Вот. Вот Фролов такой же. Свет. Только понимаешь, чтобы войти в доверие к этому монстру, необходимо сделать все правильно. Ты готовить-то умеешь? А то.
Домашняя кухня мой конек. Преснятина. Как так можно готовить? Не понимаю. Запоминай. Так. Фролов. Хронический педант. Ипохондрик. Помешан на чистоте. Угу. Пробуй. Ясно. Подай. Пошли дальше. Ты должна быть предельно собрана. А? Девушка, вход да-да. Здесь. Сначала будет допрос с пристрастием. Скажешь, что ты из агентства «Золушка». Телефон для проверки рекомендаций дашь мой. И смотри, на собеседовании никаких коротких юбок, разрезов и вырезов. И косметики минимум. Что бы ни случилось, оставайся спокойной. Идиот! Придурок! Если будет страшно, просто закрой глаза и сосчитай до 10. Раз, два, три, четыре. Шарф! Здравствуйте. Здрасте. А это ненормальная в шляпе. Уже уехала? Да, а я к вам на собеседование, Егор Владимирович. Какое агентство? Золушка. Проходите. Извините. А это ваша рекомендация? Нет, это... И не вздумай сразу лезть со своим проектом. Это так. Проходите. Аллергеночистящие средства есть? Нет. Вредные привычки? Не имеется. Что-то вы бледная? Я... Справка о состоянии здоровья? Есть дома. Завтра принесу. Кто вам сказал, что вы завтра сюда придете? Готовить умеете? Не то слово. Кулинарные курсы? 4 года замужем была, вот мои курсы. Была? В разводе. Почему развелись? Я же тебя не спрашиваю, почему ты не жена до сих пор. Хотя и так ясно. Егор Владимирович, я не готова обсуждать свою личную жизнь. Меню завтрашнего ужина тоже обсуждению не подлежит. Сделайте генеральную уборку, приготовите ужин. Считайте, что это экзамен. Приходите завтра в 10:00. Все? Все. Я пошла? А, как вас зовут? Варвара. До завтра. До завтра. Ой, а деньги? На продукты. Да. Вот. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Ой, может, хоть одним глазком взглянет. Ну, так, из любопытства. Типа, что это оно тут оставило? А, простите. А, да? Вы забыли. Спасибо. До свидания. Не прокатило. Ну, ладно. Попытка не пытка. Жаль, конечно. Не знаю, прямо не знаю, вляпалась ты. Боюсь я за тебя. Свет, ну что ты боишься-то? У меня все продумано. Ну что там продумано? Ну какая из тебя домработница? Ты понимаешь, почему я раньше не готовила? Потому что у меня никогда стимула не было. А теперь... А мать-то моя женщина, она еще и готовить не умеет. Ну... Давай так, я приготовлю, ты отнесешь. Вот не надо, Света. Ты один раз уже приготовила. Ну, тоже верно. А что делать-то? Да я у тети Люды рецепт возьму. Ну ладно, я побежала, пока. Давай. Удачи, авантюристка! За что ж тебя так, а?
Дефенбахе, Пиктон. И земля совсем сухая. Ну и что мне с тобой делать? Нет, фарш я взяла. Ну, какой-какой? Нормальный. А какой лучше рис брать? Какой подороже? А, да, нашла. Угу. Что? Белые носки купите зачем? Хорошо, хорошо, потом объяснишь. О! Одной пары хватит? Сколько? Надела? Я тебя не слышу. Да надела я твои носки. Теперь ходи по квартире. Ходишь? Да хожу. Ты ходи давай, ходи. Ходишь? Свет, ну и что? Ты по всей квартире ходи. И по коридору. И в туалете походи. Свет, ну я уже всю квартиру обошла. Что дальше? А теперь посмотри на подошву. Белые? Чистые. Фролов будет точно так же проверять. Тест у него такой, на чистоту, понимаешь? Так что мой заново. Извращенец! Это твой Фролов. Неправда. Да правда, правда. Зануда ты, Фролов, и формалист. Я, между прочим, уже год мечтаю о филиале в Питере. Хватит мечтать. Если ты хочешь открыть филиал в Питере, предоставь все расчеты. Да какие расчеты? И Козе понятно, что дело выгодное. Козе, может, и понятно, мне нет. Слушай, нет у тебя полета фантазии. Никакой авантюрной жилки. Как ты вообще умудрился стать моим лучшим другом? Ты не только мой друг, ты еще партнер по бизнесу. Младший партнер. Тем более, делом займись. Хватит выносить мне мозг своим, как насчет филиала в Питере. Кстати, как насчет филиала в Питере? Итак, салат овощной, котлеты на пару, рис вареный. Кушать подано. А на десерт? На десерт. Пока не будет бизнес-плана и сметы, не будет питерского проекта. Что значит, в Питере будут наши конкуренты? Давай так, ты делаешь все расчеты, и мы решаем, открывать нам филиал в Питере или нет. А на десерт, господин Фролов, вы прочитайте мой проект. 2 недели тебе хватит? Конечно, хватит. Куда же от тебя денешься? Хорошо. Да неужели я не справлюсь? Котлеты, между прочим, прекрасные получились. И не разварились. Что, я не знаю, как рис варить? Конечно, огонь маленький. И посолила. Все, давай. Ну что, с Ольгой-то у тебя налаживается? Я не хочу это обсуждать. Понятно. Ты не заболел? Нет. Но давно ее видел? Она сейчас занята на съемках. Тоже мне звезда голубого экрана. Слушай, а поехали в спортбар? Сегодня футбол. Мне домой надо. У меня новая домработница. Хорошенькая? Домработницы хорошенькими не бывают. Свет. Ну что ты переживаешь? Я все успела. Да. И салат. Ну прекращай меня контролировать. Да я знаю, что он никогда не опаздывает. Ну что? У меня все готово. Да, к черту. Не понял. Добрый вечер, Егор Владимирович. Как прошел ваш день? Это что? А, это цветок. Представляете, я его нашла. Что? В магазине цветочном, почти салон. Ну, в честь
первой встречи, первого рабочего дня. Он, говорят, счастье в личной жизни приносит. И вообще красивый. Домой пойдете, захватите его с собой. Лишние микробы мне здесь ни к чему. Микробы. Точно сухарь. Цветами занимается, а цветы не любит. Вот те раз. Света, прекрати мне звонить. Он уже пришел. Света, все, все, все. Пока. Ой, точно извращенец. Давай, давай, проверяй. Думаешь, я твоих белых носков испугалась? Как же. Знаем мы твои фокусы. Светка в точку попала. Дуриан. Кому рассказать, не поверят. Не считать, Суборга, вы справились. Кушать будете? Салат, пожалуйста. Хорошо. Да, Сережа. Вы заболели, да? Минуту. Я никогда ничем не болею. А. Да. Извините. Да что ты говоришь? 1-0. Поздравляю. Не в нашу пользу? Сочувствую. Минуту. Что? Вы с ума сошли. Сплошной уксус. Какой уксус? Это масло оливковое. Егор Владимирович, вы что? У вас баночки с маслом и с уксусом, они абсолютно одинаковые. Я могу переделать. Не надо, давайте горячий чай. Да. Точно, но, Миша, 5 минут. Не надо. Ты, главное, со своим футболом не забудь, что завтра у нас в 12 встреча с Серединцевым. Вы считаете, что как лето на пару должна выглядеть именно так? Они, конечно, выглядят не очень, но вы попробуйте. Это рис для суши. Его не используют в гарнирах. Это так, для справки. А я не знала. Как вас зовут? Варвара. Варвара, вы хотя бы чай можете налить? Конечно. Тяжелая. Так, чашечка, пожалуйста. Сахарница. Чай. Вот. И лимон. Я пью чай с молоком. А, пожалуйста. Да, день сегодня не мой. Нет, ну почему сразу уволена? Я же не знала, как вы чай пьете. С лимоном или с молоком? Надо было просто взять другую чашу. Подождите, но я же извинилась от чистого сердца. Это значение не имеет. Да послушайте себя, как вы говорите, вы же как робот. Вам и домработницу такую надо, вот такую, вот механическую. Робот и домработница пока существуют только в виде экспериментальных образцов, к сожалению. Ах, вы еще и справки наводили? Вот никогда не думала, что вы такой противный. Не дорваться, сухарем называют. Я вас еще и не так назвала. До свидания. Да, Оля, рад тебя слышать. А? Да нет, все нормально. Тут нанял новую домработницу. Опять оказалась бестолковой. Ты помнишь, мы завтра с тобой собирались пообедать? Не можешь? Ну, конечно, понимаю, съемки. Хорошо, в другой раз. Оля! Сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, 50. На, выпей! Один он, что ли, такой в Москве? Сколько народу цветами занимается? На нем свет клином не сошелся. Да я понимаю. Кушать хочешь? Может, тебе лучше в эти вернуться, как их, забывай все время. Флористы. Во-во. Нет. Решила стать экономистом и стану. Лучше бы ты с таким же ослиным упрямством муж себе хорошего искала. Тетя Люда, ну что вы заладили? Что ты, что мама, мужа? Где взять этого?
муж. Это точно. Хороших мужиков еще щенками разобрали. Остались одни недоделанные, вроде Фролова твоего. Чем котлеты-то не понравились? Мой фирменный рецепт. Может, ты записал неправильно? Да я не знаю. Я рис неправильный купила. А котлеты, ну, как ты сказала, я так вроде... Сейчас я тебе... Ой. Что ой? Ключи. От его квартиры. Ключи. Забыла отдать. И цветок забыла забрать. Он же его выкинет. Что? Температура 39? Что ты даешь, Егор? А ты врача вызывал? И что сказал? ОРВИ – это острая респираторно-вирусная инфекция. Давай, сейчас привезу тебе лекарства. А встреча? Езжай к Серединцеву, выбивай у него скидку. Потом ко мне заедешь. А ты доживешь? Постараюсь. Ладно, давай, пока. Вы что здесь делаете? Я что здесь делаю? Я вообще-то здесь живу. А вы? Вы что, пришли меня ограбить, отравить? Блин, надо. Надо было бы вчера вас отравить. По-моему, вчера вы этим и занимались. Я за цветком. И вот, чужого мне не надо. А заболели все-таки? Ну и сколько? 39. Выздоравливайте. А можно вас попросить сходить в аптеку за лекарствами? Слушайте, вы интересный человек. Вчера меня увольняете. Сегодня вам за лекарством сходить? Другого никого не можете попросить? Я вам заплачу, как за полный рабочий день. А мне не нужны ваши деньги? Я заплачу, как за неделю. Я говорю, не нужны. Послушайте, девушка, так нельзя. Ну, вы же человек, и я человек. А если один человек заболел, то другой же не допустит, чтобы тот первый взял и умер. Да тебе даже за лекарствами некому сходить. Хотя, конечно, с твоим-то характером. Ладно, рецепт? Да, да, вот, пожалуйста. Цветок оставлю? Не, конечно. Спасибо. Слушайте, ты кто вам вот эту ахинею писал? Вы ее читали вообще? Что за доктор это вам прописал? Во-первых, не кричите, у меня голова раскалывается. Во-вторых, как вас зовут? Варвара. Варвара. Приходил врач, выписал рецепт, сказал, что у меня простуда. Это что у вас простуда? Я сама вижу, что у вас простуда. Ну кто вот так вот простуду лечит? Тут же антибиотиков миллион. У вас что, потом печень откажет? А это я буду виновата, потому что я это все покупала. Варвара, вы врач? Нет, я не врач, но, извините, как простуду лечить, я знаю. Вы уже кого-то лечили? Мужа. И он выздоровел? Да на раз, а так... Может, и меня тогда на раз? Да пожалуйста, только вы меня слушаться должны. Ну, если это поможет. Ой. Значит так, я магазин, а вы марш в постель, ясно? Да, Сережа. Егор, я тут подумал, мало ли как переговоры затянутся. Давай я водителя к тебе отправлю. Ладно, после встречи позвоню. Анечка, ну что там у Егора еще по плану? В 2 часа встреча с оптовиками, в 3 с рекламщиками, в 4... А он вообще обедать собирался? Во время встречи с рекламщиками, в 4 совещания по закупкам нового торгового оборудования, в 5... Подожди, до 5 я не доживу. Ну не выплевывайте сразу, ну толку никакого не будет. Горько. Мы не на свадьбе. Полощите пока теплый. И не вздумайте выливать в раковину, я все вижу. Я слежу. Да, тетя Люда. Нет, я еще не дома. Ключи, ну, не совсем отдала. Понимаешь, тут такая штука. В общем... Я тебе давай дома потом все объясню, ага. Поперхнулся и немного жидкости проглотил. Это опасно? Да нет, не очень. А это что? А вы лекарства какие-нибудь купили? А это что? Вот вам аскорбинка, выпить сразу 2 штуки.
И ложитесь, ложитесь и укрывайтесь. Я вам сейчас чаю с лимоном принесу и с медом. Угу. Вот, пейте, пока горячий. Спасибо. Включите телевизор. А где пульт? А вот. О, это «Империя любви». У меня мама ее всегда смотрит. Переключить? Нет. Нет, как я боюсь этого. Хотя нет, Мишель, ради вас я ничего не боюсь. Вы пейте, пейте. Сделайте потише. Ой, вам тоже не нравится? Слушайте, средненький такой сериальчик. Актриса это вообще ужасно. Как таких бездарных берут в кино, да? Вы понимали бы что-нибудь в кино? Я лично знаю Ольгу Окуловскую. Она замечательная актриса и... близкий мне человек. Что ж тебе этот близкий человек? Ты лекарств не купил. Ну, вы потеть начали? Зачем? Надо. Оля, да. Егорушка, дорогой, ты мне звонил? Да, звонил. Да, ну и как у тебя дела? Я заболел. Заболел. Ты мой бедолага. Ты не приедешь? Нет, нет, приехать я к тебе не могу. У меня туча дел. Оля. Ну хорошо, хорошо. Я посмотрю расписание, как только я тебе сразу позвоню. Я буду ждать звонка. Ну что, поговорили со своей звездной болезнью? Вы знаете, спасибо вам, конечно, большое за все. Но моя личная жизнь вас не касается. Извините. В общем, я вам все приготовила. Вы не забывайте горло полоскать минимум 5 раз в день. И аскорбинки принимайте 2-3. Ну и, конечно, чай с лимоном. Самое главное, сколько влезет. В общем, я пошла. Куда? Как куда? Домой. Подождите. Подождите. А завтра вы придете? А зачем? Ну, давайте будем считать, что я вас не увольнял. Угу. Теперь понял, какое я сокровище? Хм, сейчас тебе проект подсунуть или подождать? Ладно, лежачих не бьем. Ну, договорились. Вы тогда выздоравливаете и... Угу. И главное, потейте. Угу. Потейте больше. Спасибо вам. Да, Сереж. Ну, как прошла встреча? Угу. Светка, зачем вы столько пирожных-то заказали, а? Это не пирожные. Это антидепрессанты. А? Угу. А у тебя как дела-то? Хорошо. Да? Угу. А с работой как? Хорошо. Да? Да. Ну, хорошо. Свет. Меня уволили. Да ты что? За что? Я сказала хозяйке поменьше на макароны налегать. Стараешься для них, стараешься, всю душу вкладываешь, специи не жалеешь. А мне там работница, знай свое место. Ну, 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 все, все, все. Меня из агентства поперли. Говорят, что я им своим склочным характером всю репутацию порчу. Это у меня склочный характер. Сок где? Знаешь, Свет, ты просто общительная. И что мне теперь с этого в политике идти? Почему в политике? Иди в повара. Ну, устройся в какой-нибудь индийский ресторан. Там и общение тебе будет, работа по душе. Не знаю. Ну, вот. И я не знаю. Ты-то что не знаешь? У тебя он все замечательно. Фролов, он заболел. Да ну и что? Ты его вылечишь, он просто будет обязан посмотреть твой проект. Думаешь? Я вот думаю, ему куриный суп нужен. Легко сказать. Куриный суп. Варвара! А? А вы зачем с постели встали? А что вы делаете? Я лук для супа режу. Лук? Я его терпеть не могу. Зря.
Он полезный очень. А морковку любите? Морковку люблю. Вкусная, полезная. Ну, вот и хорошо. Ну, я открою. Mm-hmm. Доброе утро. Доброе. О, что это у нас такая красивая девушка и вдруг плачет вас, что Егор обидел? Да нет, это я лук резаю. А, понятно. Меня, между прочим, зовут Сергей. А вас? Варвара. Варвара. Какое красивое русское имя. Ну где мой друг-то? Жив еще? Жив, проходи. Иду. А вы чаю хотите? С удовольствием. Из ваших рук, Варвара, я бы выпил даже яду. Ну и чай подойдет. Ну, привет. Я смотрю, ты бодрячком. Передумал умирать, да? Да, какие новости? У меня для тебя две новости. И обе хорошие. С какой начать? Начни с главной. Я нашел замечательное место под новый салон. В самом центре города, по сходной цене. Конкретно где? А это вторая хорошая новость. В Питере, на Невском. Рад? Решил меня измором взять? Не получится. Сначала составь мне бизнес-план. Я составлю тебе этот бизнес-план, никаких проблем. Только нам главное сейчас это место не упустить. Я, между прочим, его несколько месяцев искал. Мы не будем рисковать деньгами, Флора. Да какой риск? О чем ты говоришь? Это же Невский. Ты вообще кого-нибудь видел на Невском без цветов, а? Варя, вот вы слышите, что говорит ваш работодатель, а? Он отказывается от места на Невском проспекте. Вообще нормальный. Оставь девушку в покое. Нет, я хочу, чтобы она сказала. Варя. Нет, ну я считаю, что вам с владельцем помещения нужно подписать договор о намерении. А в оплате за неожидание договоритесь. Флора компания известная, проблем не будет. Но то, что вам филиал в Питере нужно открывать, так это и дураку понятно. Варвара. А? У вас сейчас суп и бежит. А все гениально. Нет, ты слышал, что она говорит? Где ты нашел такое сокровище? Варя. А? Варя, я вас где-то видел. Кто вы, Варя? Я? Я открою. Привет. Здрасте. Оля, приехала. Егорчик, это тебе, дорогой. Спасибо. Управляйся, целоваться не будем, ты заразный. Все, я побежала. Ты уже уезжаешь? Егорушка, прости меня, машина ждет съемки, я опаздываю. Оля, ты мне позвони, когда сможешь. Хорошо? Хорошо, увидимся. Может быть, на следующей неделе вместе поужинаем? Вы на холодном полу не стойте, заболеете еще больше. Здрасте. Вы даете, Егор Владимирович. Вы чего так за ней бегаете? Вы же так никогда ничего не добьетесь. Оставьте ваши советы при себе. Занимайтесь вон. Чем? Супом. Есть будешь? Кого он из себя корчит, а? Лорд такой барин, вот недоделанный. Все, нет, все, все. Завтра же уволюсь. Ему что, суп не понравился? Да понравился ему твой суп. Что я теперь ему? Все же супы буду варить. Ну, предположим, суп варила не ты, а я. Вот сейчас это вообще, понимаешь, вообще не важно. Ну а что тогда важно? То, что он меня ни во что не ставит. Ни во что. Я домработница и точка. Все, с меня хватит. Ну что, бросишь его там, одного больного и несчастного? Ничего, у него теперь целый килограмм апельсинов есть. Пускай жрет, поправляется. Ну а для кого я тогда столько еды наготовила? Ну я съем. Ну, Варь! Все, даже не уговаривай! Ну вся в мать. Миши, я не буду есть. Я не буду спать, пока вам не станет лучше. Потому что... Вот все мы такие дуры. Стараемся ради них, стараемся. А они... А? Вы что-то сказали? Я говорю, пейте, пока горячий. Миши, как я мечтаю о том дне, когда я познакомлю вас со своим маленьким. Нет, как я боюсь этого дня. Хотя нет, Миши, ради вас я ничего не боюсь. Варвара, вот вы вчера сказали, что мне не стоит так сурово себя вести. А почему вы так сказали? Я что-то там неправильно себя с ней веду? Я сейчас скажу, а вы опять будете говорить, что я не лезла не в свои дела. Не скажу. Будем считать, что я просто спрашиваю вашего совета. Вы Пушкина читали? Пушкина читали все. Что он пишет? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Легче. Что? Легче нравимся. Сами знаете. Так что же вы перед ней лебезите? Она же женщина. И актриса какая-никакая. Ей икра нужна. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы ей нравитесь.
Думаете? Ну, не стала бы она вам апельсины килограммами таскать? Вы знаете, я тоже так считаю. Mm-hmm. Вот однажды... Ну, еще чуть-чуть, и всю жизнь будете выполнять роль запасного аэродрома. Ой, я бы на вашем месте. А что бы вы на моем месте? Да вы бы не успели выздороветь, она бы уже у вас в руках была. Да. Вообще-то это полоскание, а чай вот. Ну, как ребенок прям, ничего не понимает. И что же мне делать? Для начала прочитал бы мой проект. Кстати. Хотите, чтобы я вам помогла? Ну, в общем, да. Хорошо, у меня два условия. Какие? Первое. Строгое выполнение всех моих инструкций. Согласен, второе. Вы вчера тут с коллегой разговаривали по поводу питерского филиала. Кстати, а вы какое к этому имеете отношение? Вообще, я по образованию экономист. И у меня есть проект. А я здесь при чем? При том, что проект на тему цветочного бизнеса. Я хочу, чтобы вы его прочитали и сказали мне, что думаете. Это мое второе условие. Согласны? Нет. Честно. Ну, тогда, как говорится, помоги себе сам. Подождите. Ну, подождите, что вы так сразу? А если ваш проект никуда не годится? Я вам честно об этом скажу, а вы обидитесь и не станете мне с Ольгой помогать. Не обижусь, потому что ничего такого вы не скажете. У меня отличный проект. А насчет Ольги вы также уверены? Слушайте, да какая вам разница? Мы, по-моему, вообще терять нечем. Ну да, разве что она не станет со мной общаться. Так что, по рукам? А давайте так. Я прочитаю ваш проект только не до, а после того, как вы поможете мне с Ольгой. Идет? Вполне. Тогда по рукам. Я в магазин. Варвара? Ой, здрасте. Здрасте. Как Егор? Ничего, поправляется. А как Питер? Замечательно. Владелец дал ему еще неделю. Вот. А вы куда? Я в магазин. До свидания. Марья, а? Скажите, а что вы делали у нас в офисе? В каком офисе? Вы меня с кем-то спутали? Маренька, не волнуйтесь, я вас никому не выдам. Да я не волнуюсь, просто я говорю, вы меня перепутали с кем-то. А просто. Давайте я вас провожу до магазина, и вы мне расскажете, где и с кем я вас перепутал. При моей-то идеальной памяти. Ну так что, вы рассказали Егору о своем проекте? Ну и да, и нет. Это как? Секрет. Варя, вы меня все больше удивляете. А давайте на «ты». Давайте. Дашь мне почитать свой проект? Ладно, только с одним условием. С каким? Ну что, когда вы, в смысле, ты прочитаешь, ты честно скажешь, понравилось или нет? Конечно, скажу. Я на самом деле самый честный человек на свете. В общем, вот. Спасибо. Сережа! Лена, Егору привет. Я хотел позвонить, но не смог. Я думаю, тебе совершенно не стоит обижаться. Леночка, во-первых, ты забыла раковину. А во-вторых, ну как я мог о тебе забыть? Варя! Представляете, Ольга позвонила мне и пригласила завтра в ресторан сама. Повод? В последней серии был рекордный рейтинг. Ходить нельзя! Почему? Я уже совсем здоров, она не заразится. Простуда здесь ни при чем. Это стратегия, тактика. Значит так, завтра звоните, говорите, что у вас дела. Главное, ничего не объяснять. Дела и все тут. Да, но она... Да, взбрениться будет целый день о вас думать. Она плохо будет думать. Какая разница? Главное, чтобы думала. Нет, как сетью цветочных салонов управлять, это у него мозгов хватает. А охмурить какую-то Акуловскую? Нет. Так оно обычно и бывает. Чем мужик заумней, тем сложнее ему подход к бабе найти. Инстинкты у них, что ли, атрофируются. А эта Акуловская ничего, симпатичная, да? Это? Я тебя умоляю, если из нее весь силикон выкачать и умыть хорошенько, без слез не взглянешь. Да ладно? Да я тебе клянусь, она тут по коридорам рассекает без грима. Мать моя женщина. Слушай, тетя Люда, а ты можешь... Мне кое-что про нее узнать. Я все могу. Оленька, дорогая, к сожалению, мы сегодня с тобой не сможем увидеться. Не то. Оленька, милая Оленька, у меня дела. Мы с друзьями смотрим футбол. Бред какой-то. Оля, родная моя. Я так понимаю, Акуловской вы еще не звонили. А я вот настраиваюсь. Я слышу, милая моя, дорогая моя, я же вам говорила, построже. Звоните давайте, а я за картошкой. Я не ем картошку. Вы мне зубы не заговаривайте, звоните немедленно.
Варвара, приветствую. Ой, здравствуйте. А к Егору Владимировичу нельзя. Он занят. Ну, я скорее не к Егору, я к тебе. Ко мне? Угу, я прочитал твой проект. И что? Честно говоря, гениально. Правда? Да. Я вот тоже так думаю. Я вот уверена была. Только что толку-то? Предлагаю работать вместе. Над чем? Подготовим презентацию. Питер, регионы. Только Егору пока молчок. И работать будем по ночам. Потому что я не могу вы сейчас бросить, я обещала. Само собой. Ты сейчас куда? За картошкой. Я провожу. Варя. Очки снимите. У нее был такой взволнованный голос, она столько вопросов мне задала. Слушайте, хватит вылезать из-под полотенца. Вы так весь пар выпускаете. И руки вот так вот держите. Ой, обязательно дышать над картошкой. Маме, простите, но это какие-то примитивные бабушкины методы. Вы меня обещали во всем слушаться? Обещали? Тем более бабушкины методы самые действенные. Дышите. Скажите, а что с Ольгой дальше? С Ольгой тоже старинный метод. И самый популярный. Какой? Завтра расскажу. Дышите. Дышу, дышу. Так. А у вас менее официального ничего нет из костюмов? Зачем? Ну, как зачем? Ну, мало ли какой случай. Просто пойти прогуляться. Вы меня простите, но у меня нет на просто прогуляться времени, к сожалению. Теперь будет. Дышите. Вид у вас должен быть довольный, расслабленный. В общем, ну, как вам объяснить? Не такой, как обычно. А как я обычно выгляжу? Как? О, да вот так. По-моему, нормально. А что здесь плохого? Не, плохого ничего. Хорошего мало. Егор Владимирович, померите еще вот этот. Хватит с меня этих примерок. Ну, что это за нелепые цвета? Я ничего из этого носить не буду. А вам идет. Знаете что? А по размеру как? Никак. Понятно. Берем все. Не понимаю, чем вам не нравятся мои костюмы? Ну, скучные они у вас. Уж извините. Скучные, зато удобные, практичные и комфортные. Да, и серые, как ваша жизнь. О, ужасно есть хочу. Мне два. О, как раз без дачи. Спасибо. Как вы можете есть эту гадость? Ужасно вкусно. Хотите? Вы знаете, из чего это сделано? Из чего? Сплошной холестерин и микробы. Егор Владимирович, вот вы чего боитесь? Ярких цветов, холестерина, микробов. Может, ну ее нафиг, эту вашу Окуловскую, это мало ли что. Ну попробуйте. Держите. Не, ну не нравится, не ешьте. А откуда вы знаете, что Ольга сегодня будет в том ресторане? Да мне тетя Люда сказала, она у меня в кино работает. Скажите, а мне обязательно идти в этот ресторан с другой женщиной? Это как-то примитивно. Ну, примитивные методы, они самые действенные. А если она обидится и вообще не захочет со мной общаться? Чего можно подумать, она сейчас с вами много общается. Не, ну хотя, если вас все устраивает, мы можем отменить. Не надо, не надо. Только где мы найдем эту другую женщину, с которой Ольга должна меня увидеть? Ну, догадайтесь трех раз. Ну и дурак же ты, господин Фролов. Идемте. Угу. Да? Варвара, а вы где? Я здесь. Где? Ну, обернитесь. Да я, это я. Это вы? А я вас и не узнал. Ну вот и прекрасно. Наш столик вон там. Пойдемте? Да. Стойте. Обнимите меня. Зачем? Так надо. А как обнять? Ну, как будто очень рады меня видеть. Смелее.
Ой! Что такое? Ой, что-то с туфлей. Наверное, краешек попал. Пойдемте. А Ольга еще не пришла? Ой, пойдемте. Ой, а вот и наш столик. Черт, кажется, не заметила. А она здесь? Да, вон за тем столиком. Да не поворачивайтесь вы. Слушайте, а вы можете громко позвать официанта? Зачем? Он сам подойдет. Ну, нам же надо как-то обратить на себя внимание. Ну? Ладно, сидите здесь. Алло, Егор Владимирович? А вы где? Нет, я вас не вижу. Нет, а за каким вы столиком? Где-где? А вот я вас вижу, Егор Владимирович, я иду. Вот вы где, а я вас ищу по всему ресторану, представляете? Здравствуйте. Заметила. Что вы делаете? Да у нас же как бы свидание, я вас соблазняю. А вы мне подыгрываете, делаете вид, да, что вам очень нравится это все. Спасибо. Спасибо. И два бокала красного вина. Что вы как аршин проглотили. Улыбайтесь, улыбайтесь. А что она там делает? Ничего, смотрит на вас, нервничает. А? Очень хорошо. Егор Владимирович, какой смешной анекдот. Вы такой забавный. А я не знаю. Теперь возьмите меня за руку. Быстрее так. И в глаза мне смотрите. Как смотреть? Нежно. Как? Нежно. Ну, как будто вы контракт новый читаете, вас все устраивает. Ну вот, так, да. Ну что, за нас? Извините. Вы не наступаете мне. Знаете, я как-то не очень танцевал. Чего мне... Да я же это поняла. Ты глаза закройте. Ко мне поближе вот так. Почувствуйте музыку. А я поведу. Вот так. Вот. Ой. Егор Владимирович. Выходим. Ага. Ну? Ольга нас видит. Смотрит, завидует. Егор Владимирович, глаза-то откройте. Можно? Да. Я не думал, что скажу это, но... Что? Мне с вами как-то очень легко. А... Да? Да. Ну, вот и хорошо. Танцуем. Танцуем. Хотя, знаете что? Мне кажется, достаточно. Да? Да? Пойдемте. Вы так здорово танцуете. Счет, пожалуйста. Ну, как думаете, у нас получилось? Я думаю, дело в шляпе. Ни с кем не общается, вас глазами ест. Завтра телефон оборвет. Зуб даю. Ну что, пойдемте? А что вы делаете? Ну, как же свидание, соблазняю. Вообще-то свидание уже окончено. Да? Варя, уже 3 часа ночи. Поехали домой, а? Ага. Сейчас. Один раздел доделаем. Репетиция с камерами.
Ладно, на площадку, у нас время. Позвольте, я вам колеса. Я разговаривала с папой. Не звонит. Может, мы вчера в ресторане с этим спектаклем перестарались? Ничего мы не перестарались. Может, мне самому позвонить? Ни в коем случае. Не вздумайте оправдываться, когда она будет звонить. Тем более извиняться. Не мямлите, не сюсюкайте. Комплиментов не говорите. Особенно по поводу ее актерской игры. А что мне, молчать? Почему? Покритикуйте ее для разнообразия. Ну, не огульно так, а по делу. Вы знаете, я вот в этом вообще ничего не понимаю. Если честно, я тоже. Дайте пульт. Угу. Разлюбили меня, Мишель. Вот, наверное, просто появилась другая женщина, да? Другая женщина. У меня больше. Ну вот, как-то так. Думаете, Мишель ее действительно разлюбил? А при чем здесь это? Скажите Акуловской, что в этой сцене она была неубедительна. Да? Ну, рыдать там совершенно ни к чему. Для сильного выражения чувств бывает достаточно и одной слезинки. Вот именно так и скажите, и посерьезнее главное. Она вообще с ума сойдет. А откуда вы про слезинки знаете? Вы же не актриса. Каждая женщина немножко актриса. В общем, вы знаете, что говорить. А лучше вообще трубку не брать. Ну, хотя вы, конечно, не сможете. Почему не смогу? Смогу. Да, Оля. Привет, Егорчик. Как дела? Нормально. Ты выздоровел? Да. Ну, какой ты молодец. Да, что новенького? Новенького? Ничего. А почему ты не звонил? Я хотел позвонить. Не хотел, это же не то. Но забыл. Вы не говорите, что скучали. Скучал по мне? Ты знаешь, как-то не до того было, замотался. А серию сегодня смотрел? Сегодня серию не смотрел. А, сегодня смотрел! Ну и как? Неплохо. Только вот финальная сцена с Мишелем, мне показалось, ты была не очень убедительной. В смысле? Рыдать там было, мне кажется, ни к чему. Для сильного выражения чувств бывает достаточно одной слезинки. Правда? Егорчик, ты тоже так считаешь? Ты не представляешь, сколько я это доказывала режиссеру. Но разве эта бездарность вообще что-нибудь понимает в актерской игре? Оля, я не могу говорить, у меня сейчас совещание. Егорчик, Егорчик, слушай, а давай мы с тобой куда-нибудь сходим вместе вечером? Посидим, как-нибудь обсудим это все. У тебя такой тонкий взгляд на искусство, ты его так понимаешь. Сегодня встретимся? Я не знаю. У меня неожиданно свободный вечер, я соскучилась. Не могу говорить. Егорчик, я... Созвонимся! Ну, ее как подменили. Ну, еще цветочки. Будут перезванивать, трубку не берите. Куда перезванивать? Я же сказал, у меня совещание. Она ответит? Нет. Понимаю. Ну, что дальше? Так, дальше. Вы идете полоскать горло, а я готовить обед. Здорово. Я как раз проголодался. И хочу сказать, вы, оказывается, очень хорошо готовите. А что у нас на обед? А вы идите полощите, а я сейчас подумаю. Угу. У нас на обед щи. Привет. Привет. Приходи. А что ты не на работе? Пролов выгнал? Держи. Нет, он на работу поехал, а я к тебе. Ну давай проходи, сейчас чай попьем, закончились. Обувь, а? Мне не надо, я там не мыла. Давай. Ух ты, уборка полным ходом. Давай, рассказывай. Чего Фролов? Ну, чё-чё, я ему заставила письмо Акуловской писать, чтобы добить ее окончательно. Ух ты, круто. Если честно, она меня вообще раздражает. Ну, как мужики, что они в таких бабах находят? Это же как динамашины просто. Ну, Варька, не нравятся мне твои разговоры. По-моему, втюрилась ты в него по самые уши. Ты что, с ума сошла? Это просто
Знов. Ну, давай, садись. Ага. Ах! Да, Егор Владимирович. Окуловская мне телефон оборвала. Может, взять трубку? Не берите. Да. Пусть обзвонится. Пишите письмо. Я пишу, у меня не получается. Ну что значит не получается? А может, вы приедете ко мне в офис? Поможете мне? Хорошо, я сейчас приеду. Господи. Ну помочь надо человеку. Ну, Свет, что ну-ну? Я же тебе говорю, ничего личного. А что, ты сказала, что ли? Светуль, ну ты извини меня, в общем. Ну, в следующий раз, да? Да. Я позвоню. Да. Втюрилась. Оленька, милая моя дорогая единственная, я решил написать тебе это письмо, чтобы рассказать о своих чувствах, а не очень... Господи. Да, детский сад. Ну, не получается. Ну, что тут трудного? Письмо написать. Ну, не выходит у меня эта лирика. Может, с ней просто встретиться? Ага, и вся интрига коту под хвост. Да если вас отправить к Окуловскому в любви объясняться, вы тут же начнете вот так вот мямлить и сюсюкать. Лучше пишите. Легко сказать. А сами вы что написали? Я? Вы. Ой. Так, ерунда. Это единственная полная ерунда. Оленька. Ольга, внешность так обманчива. Я даже представить не могла. Тьфу ты. Не мог. Что за внешней неприступностью может скрываться такой трогательный и милый человек. Егорушка, я... Я даже представить себе не могла. Ой, о чем с ней говорить? Что делать? Я же ее совсем не знаю. Ощущение, что бросили в воду, а плавать не научили. Я так привык, что вы рядом. Говорите мне, как, что делать. А тут я к ней один. Ну уж на свидание с вами я точно не пойду. Да? Егор Владимирович. А, ну конечно. А поставьте вот себя на мое место. Вот вы приходите к ней домой. А дальше что делать? Слушайте, ну что вы как маленький, ей-богу, ну я не знаю. Поцелуйте ее. Поцелуйте. Ну, не знаю. В губы целовать как-то агрессивно, в щеку примитивно, а руку нелепо. Ну вот видите, какой вы умный. Сориентируйтесь на месте. А если будет страшно, сосчитайте до 10. Угу. Я пошла. До свидания. Ну почему ты такой глупый? Вообще не надо к этой Окуловской ходить. На кой она тебе сдалась? Варя! А? А цветы покупать? А? Как хотите. Спасибо. Угу. Идиотка. Золотые у вас руки, Людмила Петровна. Сразу понятно, в кого Варя у нас такая талантливая. Но не в плане готовки. Варь! Я не хочу. Ну, пока горячие. Не хочу я. Золушка, ты что такая серьезная, а? Я не серьезная, работать давай. Дай поесть, а. Ну и ты бы хоть поела, Варь. Тетя Люда, отстань. Ну все, все, ухожу. Я не знаю. Людмила Петровна, не обижайтесь. Честно, ваших пирожков поест и вмиг подобреет. Ты работу сегодня мне будешь помогать или нет? Конечно, давай. Смотри, вот эти документы у нас с тобой не сходятся. Сейчас, прости. Да? Машенька, привет. Сахар ты мой сладкий. Слушай, я запуталась. Прости. В чем? Я в бабах твоих запуталась. Сегодня Машенька, вчера Катенька. Ты сам не путаешься? Нет. Алло? Да, Катюшка? Машунь, да я пошутил. Шутка. Алло, Егор Владимирович, что-то случилось? Варя,
Вы изменили мою жизнь. Я хочу вам сказать, я очень многое хочу вам сказать. Я приглашаю вас сегодня вечером в ресторан. Мне надо с вами серьезно поговорить. Вы придете? Светка! Светка! Привет! Ты представляешь? Ты прикинь, меня на работу взяли в ресторан. Поваром! Прикинь! Светка, поздравляю! Поваром! Да. В индийский ресторан! Почему в индийский? В азербайджанский! Какая нафиг разница? Азербайджанский, индийский. Там они, главное, специи уважают. Я им такой плов забабахала. У них глаза повылезали от удовольствия. Но в этом я не сомневаюсь. А ты что такая заболошная? Света, ты не поверишь. Пойдем, расскажешь. Привет. Привет. Какие новости? Новости? Да никаких. Доделываю бизнес-план по Питеру. А так, все хорошо. Разоряемся потихоньку. Это хорошо. Слушай, у меня дела, отъехать надо. Посмотри договора. Хорошо. А что такое счастливый-то сегодня? Прям смотреть противно. Выздоровел. Потому и счастливый. А-а-а. Может, у тебя какие перемены на личном фронте? Ты скажи, а то я спать не буду. Вот и не спи. Сделай что-нибудь полезное для компании. Свет, ну просто так такие вещи не говорят, да? Значит, это что-то значит. А то! Встретился он со своей гангреной, присмотрелся к ней и понял, что нужна ему ты, а не кто-нибудь другой. Иначе не стал бы он тебе с утра трезвонить. Ну вот и я так подумала. Ну что ты не ешь? Давай, сачки баб, ой, какой вкусный. Давай, налетай. Ой, Свет, запах. Я готовила. Я. Да? Ей совсем не хочется. Свет, у меня щеки горят. Как в 16 лет, я думала, не будет такого больше. Горят щечки, вспоминай дружочки. Это он о тебе думает, подруга. Что ты наденешь? Прошу. Здравствуй, присаживайся. Здрасте. Спасибо. Приятного вечера. Красивое платье. Правда? Ой. Спасибо, Егор Владимирович. Можно просто Егор. Давай на ты. Давай. Варя, у меня мысли путаются, поэтому я буду говорить сумбурно, но ты меня поймешь. Варя, ты не такая, как все. Ты уникальная. Ты забавная, умная. Разбираешься в людях. Я очень многому у тебя научился. Я даже, видишь, научился выражать свои чувства. И мне кажется, ты первая девушка, которая поняла меня по-настоящему. Я хочу признаться тебе, я в тебя... Ну, в смысле, если бы не Ольга, я, честное слово, в тебя влюбился бы. Поэтому вот. Не вздумай отказываться. Благодаря тебе мы с Ольгой теперь вместе. И она даже согласилась переехать ко мне. Как же? Я помню второе условие. Я его выполню. Сегодня же начну читать твой проект. Я уверен, он такой же гениальный, как все твои советы насчет Ольги. За тебя. Егор Владимирович, я... Секунду, буквально сейчас. Я сейчас вернусь. Звонил тебе? Звонил. Ну чего? Спрашивал, что случилось. А ты? Ну я что, дура, что ли? Что-то говорить у него там Окуловская. Под духом бубнил.
Ну, садись. Чаю попей. Отвлекись. Свет, ну чё я такая идиотка? Ну как я могла подумать, что... Вот ненавижу себя за это, вот ненавижу. Света, где? Сок! Одумался, позвонил. Да, Сережа. Хорошо, сегодня вечером в офисе. Пока. В монастырь. Или в омут. Или в омут. Или в омут с головой. Я усну вечным сном. Егорчик, как ты можешь спать, когда я с тобой репетирую? Ой, прости, у меня завтра очень важная с утра встреча. Егорчик, ну это ерунда какая-то, ну всего полчаса. Ну он все равно же здесь многозначительно молчит. Ну и помолчи. Все, готово. Слушай, какие мы с тобой молодцы, а? Угу. Ну давай, за наш успех. Давай. Держи. Угу. Слушай, а может в ресторан махнем, а? Ну, отметим по-человечески. Да нет, Сереж, я... Домой. Устала. Жаль. Жаль. О. Жанночка, ты не поверишь, только что собиралась тебе звонить. Доктор сказал вам отдыхать, Мишель. Почему вы не спите? Почему? Ты сейчас такой убедительный в роли Мишеля. Да. Да, поцелуй меня. Не отвлекайся. Почему, Мишель? О, Мишель. Ради бога, извините. 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 Глаза у нас на каком месте? Ждут? Давно. Ага. Егор Владимирович. А? Да, держи. Доброе утро. Прошу прощения за опоздание. Простите. Оля, я сейчас не могу говорить, я на переговорах. Купи, какой хочешь. Желтый купи. Тогда красный. Покупай желтый. Извини, не могу говорить, прости. Прошу прощения. Так, мы предлагаем вот такой график погашения задолженности. Простите. Оля, если я не сказал «целую», это не значит, что я тебя не целую. Не злись. Красный купила. Молодец. Поменяй на желтый. Все, я перезвоню. Да-да. Целую. Все, пока. Прошу прощения. А он ушел. Куда? В ресторан Сокуловской. Алло, Варюх. Ну, упустил я его. У него рандеву с Сокуловской. Да не расстраивайся. Завтра на свежую голову устрою ему презентацию. Ясно. Да нет, я и не расстраиваюсь. Ну все, пока. Прямо во время съемки он прекращает играть, подходит ко мне и делает мне такое замечание. Нет, ну ты представляешь, при всех. Ладно бы отвел как-то в стороночку, деликатно мне все объяснил. Ладно, я бы поняла, но этот идиот подходит ко мне и прямо при всех он начинает мне говорить, что он... Что случилось? Показалось. Егорушка, не отвлекайся, пожалуйста, потому что для меня это очень важно. Ты представляешь, он... Thank you.
Егор! Ты меня слышишь? Слышу. И что ты мне скажешь? Ужас. Вот, ужас. И я говорю, что абсолютно невозможно работать в таких условиях. Я же так просто скоро сойду с ума. Ты понимаешь, я же пашу, как каторжная, круглосуточно. А кто это ценит? Нет, конечно, Потапов меня хвалит. Ну и предложений, конечно, очень много. Так, а что мы пьем? Мы пьем Лавен де Бланк. Очень хорошее вино, кстати. Тебе тоже не нравится этот цветок? Мне кажется, что он сюда как-то не вписывается. Давай его куда-нибудь переставим, а лучше вообще выбросим. Не надо, это подарок одного очень хорошего человека. Ну, знаешь, милый, хороший человек мог бы подарить нам что-нибудь подороже, да? Прости. Алло, да, Мась? Нет, еще не видела, но есть где-то. Есть? Да ты что, в красном, на весь разворот. Ну, она просто сошла с ума. Я ей тысячу раз говорила, что красный цвет абсолютно не идет. И таким образом, как ты понимаешь, в конце первого года мы уже окупаем все вложения и выходим в прибыль. Слов нет, Сережа. Отличный проект. Расчеты готовы? Да, конечно. Так, ну что ж. Впечатляет. Неужели все это ты сам? Ну, не то чтобы сам. Мне один специалист помогал. В общем, бери своего специалиста и начинайте работать. И задействуй еще одного человека. Это кого? Варвару Стрельникову. Помнишь мою бывшую домработницу? У нее, оказывается, диплом по экономике и... И проект у нее был замечательный. А ты откуда знаешь? Ну, как откуда? Это Варя мне и помогала. Варя? Это как? Пока ты болел, устраивал свою личную жизнь, мы с Варей каждую ночь, как проклятые. Мне... Почему не сказали? Мы сюрприз хотели сделать. На самом деле, я очень рад, что ты сам Варю предложил. Она уже согласилась у нас работать и в Питер со мной поедет. С тобой в Питер? Ага. Я расчеты возьму, дома посмотрю. Да, да, смотри, конечно. У меня еще встреча, я побежал. Угу. Да, Егор, я очень рад, что ты теперь все знаешь. Что все? Ну, про нас с Варей. Да, Оля. Егорчик, дорогой, привет. Меня приглашают в Крым. Да, дают роль в полном метре. Но если ты хочешь, я никуда не поеду. А режиссером там будет сам Потапов. Представляешь, сам Потапов. Я у него столькому учусь. Но если ты против, только скажи. Прости, пожалуйста, у меня параллельная линия такси. Ждите, сейчас я выйду. Алло, Егорчик, так ты меня отпустишь или мне остаться? Езжай, конечно. Спасибо, милый. Марюха, все отлично, ему понравилось. И кандидатуру он твою одобрил. Так что собирай свои вещи. Завтра же вечером едем в Питер. Все хорошо? Ну вот и хорошо. Жизнь-то налаживается. Правильно? Вот видишь? Оценил тебя все-таки он, по достоинству, подлец. Он не меня оценил, а проект. На меня ему плевать. Ты кто? Ты экономист или девчонка сопливая? А? И твой Фролов еще поймет, кого потерял. Точно тебе говорю, и не ной. Я и не ной. Просто как-то обидно. Нафига ему с этой Окуловской помогала, если все равно работа через Сергея получилась? Ну вот, значит, это и отметим. Хы, еще мой карьерный рост в качестве профессионального повара. Вот такую долму вы еще не пробовали. Надо же, с Варей они. За моей спиной в Питер собрались. Я, значит, мямлю-сюсюкаю, а сама... Ладно. Ну тогда давайте выпьем за Питер. И за Варюху. Ура! Варь, ты прежде чем в Питер ехать, прикупил бы себе чего-нибудь из одежды. А что там, холодно? Да нет, ну, чего-нибудь поженственнее, поэлегантнее. А зачем?
Ну, работа серьезная, да? Серега! Так, а что Серега? Ты обратил бы на него внимание, дуреха, чем страдать по психопату своему. Фролов не психопат. Просто не понимает ничего. Привет, Игорь. Привет. Посмотрел цифры? Молодцы мы, да? Да, молодцы. Но, к сожалению, ваши расчеты не соответствуют возможностям Флоры. Поэтому я считаю, открывать филиал в Питере рано. Ну, подожди, подожди, Егор. Ты что такое говоришь? Я знаю, что говорю. Это на словах у вас все отлично. А по расчетам мыльный пузырь. Да какой мыльный пузырь? Там все проверено, перепроверено по 100 раз. Мы с Варей ночами не спали. Мне неинтересно, чем вы занимались по ночам, но с цифрами вы подкачали. А, я понял. Ты с самого начала не собирался этот проект запускать. Просто, чтобы со мной не ссориться, дал возможность мне его разрабатывать. Ты думал, что у меня не получится, а у меня получилось, да? Вернее, у нас. Да? Я прав? Я прав? А, мне кофе, а Сергею Алексеевичу что-нибудь успокоить. Ты мне скажи, может быть, это что-то личное? В моем решении ничего личного. Чисто бизнес. Да? Угу. А может быть, это из-за того, что я разработал проект, а не ты? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Как ты не понимаешь? Ты же привык у нас быть главным. Твои идеи самые блестящие, твои проекты самые лучшие. Ты единственный и неповторимый. По-моему, я очень лоялен и демократичен. Даже слишком. Да? Да. А что такое здесь написано? Фролов? Фролов, Фролов. Ты другую фамилию здесь видишь? Ты за последние 5 лет хотя бы один чужой проект выпустил? А я тебе скажу, нет. Ты зашоренный. Ты за своими цифрами и расчетами людей не видишь. И не зря тебя все боятся и ненавидят. А самое страшное, что для тебя это норма. Да не слушайте вы его, Егор Владимирович. Вас не то чтобы не любят, а боятся. Просто побаиваются и недолюбят. Да, вы, конечно, часто кричите, а потом слушаете. Да и то не всегда. Да, и взгляд у вас, знаете, такой прям мороз по коже. Чужих идей не любите. Да, и такое прям чувство, что вы всех вокруг дураками считаете. Да вы не расстраивайтесь, начальники же они все такие. Да, вообще вы хороший. А... Наташа. Меня сегодня нет ни для кого. Угу. Немножко подождем, все будет нормально. Варя, Варя, я прошу тебя, Варя. Варя, ну... Сереж, то есть я все неправильно подсчитала? А я всегда тебе говорила, он псих! Я не знаю, что на него нашло. Я знаю, приступ мании величия. Я думала, я ему мозги вправила. Думала. Варя. Варь, ну не убивайся ты так. Ну попало человеку вожжа под хвост. Ну, Варь, он успокоится и все обойдется. Успокоится. Успокоится. Пока мы едем. Куда? К Фролову. Чего сидишь-то? Ну. Варь, Сереж, ты приглядывай за ней, чтобы она дров не наломала. Она может. Вся в мать. Да, Оля. Егорушка, звоню тебе покаяться. Ну, не устояла я перед талантом Потаповым. Ну, ты же меня понимаешь. А он мне роль предложил. А я же актриса, и я, кажется, влюбилась. Егорушка, и мне так стыдно. Так больно. Я не знаю, простишь ты меня когда-нибудь или нет. Я уже простил. Как простил? Уже? Пока. Где же оно, обещанное счастье в личной жизни? Егор, открывай, я знаю, что ты дома. Сережа, дело в том, что я опять заболел. Давай до завтра. Ведь сегодня. Будьте любезны, господин Фролов. Объясните, чем вас не устраивает наш проект. Давайте откроем бумаги, и вы нам конкретно просто покажете цифры и места, которые у вас претензии. У меня все в офисе. Давайте завтра. Сережа, у тебя есть копия для Питера? Есть, в машине осталось. Неси. Думаешь, что если я с Выборга-то считать не умею? Из
Выборга. Да какая к черту разница? Сейчас это вообще не имеет значения. Вы меня простите, но больше с вами я никаких дел иметь не хочу. Ну уж нет. Ты же мне проспорил. Проспорил? Когда проспорил, тогда и надо было требовать. А сейчас все, нет Акуловская. Она ушла, бросила меня. Да и правильно, что она от тебя сбежала. Тебя же ни одна баба не вытерпит. Я для тебя все делала. Я и лечила тебя, и с этой дурой помогала, и с Сережей по ночам. Постеснялись бы. Мне неинтересно, чем вы занимались с Сережей по ночам. Что? Я слишком хорошо знаю своего друга Сергея. Ты на что намекаешь? На то. То есть ты думаешь, что я? Что мы с ним? Чтобы что? Чтоб проект свой продвинуть? Ты что, так решил? Ну что ты молчишь? Ты так решил? Хотя с тобой так все понятно. Ты подожди, почему ты из ресторана сбежала? Не твое дело. А на звонки почему не отвечала? Не скажу, хотя нет, я тебе все скажу. Ты глухой, ты слепой. Чувства он свои научился выражать, да у тебя вообще никаких чувств нету. В ресторан меня пригласил. Я тут думала, а ты деньги. Я как дура вообще в тебя. А ты... В общем, все сказала. Кажется, ничего не забыла. Хотя... Нет, я забыла. Я вообще-то за цветком вернулась. Извини. Ничего. Валь, вот. А, в этом смысле. Анечка, ну как я мог забыть? Да нет, нет, уже бегу-бегу к тебе, лечу. Ну, конечно, соскучился. Да, а ты пока вот что. Перебронируй, пожалуйста, билет в Питер с моей фамилией, на фамилию Фролова. Нет, Стрельникову оставь. И вот что. Закажи-ка, пожалуйста, в гостинице номер люкс для новобрачных. За счет компании. Скоро буду. Бегу. Ах, Мишель, почему мы так долго были слепы? Почему не могли видеть очевидного? Не могли признать? Любовь — единственная ценность в нашей жизни. Но пурква, почему, Мишель, мы это понимаем только тогда, когда всему приходит конец?